Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы играем в GTA 4. Сейчас возьмем миссию убийцы. Да. Мы играем здесь не только в новинки, а также очень любим ретро игры, так как канал молодой. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайки. Здесь, чтобы не утомлять поездками своих подписчиков, я пользуюсь такси, называю их телепортами. Для каждого заказа представить так. Ух ты, оружие и броню нам предоставляют. Это хорошо. Халява. Ладно. Ну-ка. Давайте возьмем. Неплохо. Кого-то надо нам будет убить. Стой, 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 стой. Так, посмотрим. Поехали к цели. Едем к цели. Да, здесь в основном пользуюсь такси. Уничтожьте цель всех телохранителей. Хорошо. Так. Ну отсюда я только несколько вижу. Ага. Еще немножко осталось. Так. Их осталось не так уж и много. Где ты? Давайте-ка я посмотрю. Значок нигде не горит. Вот это, мне кажется, это он. Бегал. Бегал, суетился. Так. Ну ладно. Я как понимаю, там народу еще хватает. Давай-ка поднимемся. Молодой чемодан. Нет, не вижу пока. Ладно. Поехали. Будем лезть. С тучки на тучку, шире шаг. Шире шаг не ужин. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Бамк. Ой-ой. Ну-ка. Вот он. Есть еще? Должны быть, должны. Ищем. Где-то есть. Так. Don't shoot, don't shoot. Еще какой don't shoot? Ой-ой-ой. Вот где, откуда стрелять? Я бы видел бы. Так. Ты где? Ну, в упор не вижу. А, вот он. На. Вот он. Теперь откуда-то спалил его. Откуда-то сверху он стрелял. Ладно. Раз вы так, то и я так же буду. Блин, вот сюда залезем, будем напротив. Я смотрю на меня. Ой, я смотрю на меня. Он смотрит на меня, я смотрю на него. Мы переглядываемся. И потом бах-бах. Кто вперед, кто успел, тот и съел. Вот он. Раз. Два. Так. Один внизу. На, в шею. Один наверху. Где-то здесь. Вот он. Так. Все? Ну, вроде как все. Там у меня еще какое-то письмо было. Все? Берем следующее задание. Телепортируемся. Так, телепорт сработал.
Блин, а к нему в основном надо в костюме, да в галстуке приходить, а тут мы в больничном халате пришли. Ничего, пусть терпит. Так, сохраните, пожалуйста, не включайте систему. Да и не собираемся, так. Поехали. Ничего хорошего нам не предоставили. Я так понимаю. Раз нету никакого задания. Где у нас такси? Где такси? Ой-ой-ой, менты. Аккуратней. Так. Улочки такие, да? Хорошие. Вот такси. Excuse me. I'm sorry. Ну, да тихо вы. Тихо. Все, едем. Новое задание от убийцы. Идет загрузка. Что нам предстоит? Давай, оплата проезда. Ответить. Ника, я тут так поразмыслил, так и решил, что тебе нужно нанести визит нашему другу Рэй. Передай мое сообщение. Хорошо. Опаньки, это вот, как понимаю, это он. Нет, это не он. А иначе бы мне тут ждал бы бонус. Ладно, телепортируемся. Водилы, кстати, тут еще хуже, чем я. Врезаются по прибытию. Зачем? Для чего так? Вам нужна машина. Хорошо, так, машина мне нужна хорошая тогда получается. Ну-ка. Вот это, я надеюсь, не сильно в заносе будет. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ой-ой-ой, чуть не сбил меня, он помятый уже. А там грузовик был, надо было поди грузовик брать. С грузовиком-то поди проще было бы. Если удирать, то плохо. О, если догонять, то плохо, а если удирать, то догонять. Ну ладно, хоть не грузовик, а то так бы. Так, не особо. Так, как и у всякой крысы, у него хорошо развит инстинкт самосохранения, у него наверняка дурные предчувствия насчет тебя. Он заплатил за свою безопасность. Короче, я сделал так, чтобы его верзила, водитель остановился по дороге. Ну-ка, давайте посмотрим, вот что-то не совсем въехал. Так, история. Убейте и его телохранителей. Все понятно? Убить. Вот сейчас погоня-то будет хорошая. Чё, все, всех завалил? Всех завалил. Ну-ка, вот так вот, давай-ка. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, теперь точно всех убил. Ой-ой-ой, меня менты даже перестали искать. Ну все, видите, как красиво все. Менты приехали, уехали. Может, скорая приедет. Телепортируемся к следующему заданию. Ой-ой-ой-ой. С чего это на меня-то опять охота? Все так хорошо было. Ничего не предвещало беды. Была пятница 13. Итак, у нас появилось неожиданное задание. Мы его взяли. Так, ну что, я приехал, брат. Что надо? Они везут меня в грузовой отсек. А, тебе надо это ехать? Подожди. Давай тогда такси. Такси возьмем стоять. Твою ж мать-то. Ладно, ты меня сбил. Брата-то за что? Еще тварь останавливаться не хотел. Садись, поехали.
Давай, давай. Вот чувствую, это не копы, это по нам стреляют. Ох, райончик такой, не дай боже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Копы, 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 копы. Ну нельзя за ручку дергать. Зачем? Ладно, включаем телепорт. Так, телепорт сработал успешно. Так, доставить это тело надо сюда. Ну пойдем. Беги, беги. Тебе полезно пробежаться. Аэропорт. Подождите, Романа, подождал. Мы подъехали к месту встречи. Ну вот мы и на месте, тут все и завершится. Так, мне перебить их надо. Так. Конечно, убить. У меня такая натура маньячная. В этом я ничего поделать не могу. Вот и все. И нет, убила. Жадность била, погубила. Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел. Жадность хуже, чем холера. Жадность губит флебустьера. Вот и его сгубила жадность. Господи, какой же я все-таки маньяк. Все? За тебя, за меня, за всех нас. Ладно, садись. Смотри, какой грузовичок. Я вот не знаю только. Прицеп-то можно? Нет, прицеп нельзя. Вот и все. Как поедем сейчас с тобой. Тихо, тихо, тихо. Давай. Вот такси. Оу. Ой-ой-ой-ой. Давай. Вот оно. Это же аэропорт, тут много такси. Вот и все. Думал, что месть. Думал, что убить. Пойдем. Сохраняйте. Ну, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. Пока!